Ну чё, дорогие мои, приветики вам! Из села Кукуева Мухосранского уезда Задыщенского района с вами опять ваша любимая Марья Ивановна. Приветики! Приветики! Очередная китайская сборная из поднебесной сайту AliExpress. Сейчас посмотрим, что приехало. Там еще в закромах одна китайская сборная лежит, но ее вы увидите в следующем выпуске. Ну что, погнали, давай. Потрошить ее. Так. Потрошить. Так. Так, раз, два, три, четыре, пять. Что-то прилипло. Так, когда заклеивали пакет, вон осталась эта ленточка. Так, ну тут ручки, наверное, с исчезающими чернилами. Сейчас посмотрим. Должны быть они. Вот они. Ручки с исчезающими чернилами. Мяу. Так, значит, вот так вот. Тут еще в подарок кладут вот такую штуку, чтобы удобно вот так вот в руках держать было. Сейчас все покажу, расскажу. Так, значит, запасные стержни и сама ручка, чтобы писать. Так, уставляем. Так, сначала проверяем. Так, ну-ка, чарикает. Чарикает, так, вставляем. Вставляем. Так, ой, закручиваем. Ну, сама, конечно, ручка. Ой. Ну, в целом-то, слушай, даже так-то держать ничего, удобно в руке. А потом вот так вот, вот. Чтобы ребятеныши учились, она. А? Вот так вот держать. Хорошечно, понятно? Вот. Чтобы удобно было ручку в руках держать. И чирикать. Чернила исчезают в течение часа. И потом в течение суток вообще без следа остаются, что вообще как будто никто ничего не писал. Ну попробуй вот так вот с такой рыбкой. Как тебе? Ну-ка, вот тут вот. А? Удобно или нет? Удобно. Удобно? Ага. Ну все, давай, почирикала и хватит. Да. Так. Ну, без этого вот, вот так колпачок оставим. Так, так этот мусор намусерякаем. Так, дальше следующая посылка. Хрумстященькая. Ой. Что-то так хрумстяк она так прям вообще. Что-то тут какой-то алмаз опять запал. Наверное, опять призм. Нет, слушай, какая-то веревочка. Дерни за веревочку. Дверку ей откроется. Что это такое? Опять что-то прям как... Ой, сейчас посмотрим. Так. О, лупа. Лупа на веревочке. Вот такая. 20 рублев стоила ента лупа. О, видать вам? О, слушай, хорошо работает, ну-ка. Вот. 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 20 рублев. The best, ну. Я, по-моему, там еще несколько штук таких заказала. Это не сниматься? Нет, не сниматься. Вот такая вот халявка. За копейки. Так, поехали дальше. Так, вот тут, наверное, долго ждана эта посылка. Размерчик, конечно, мало вас. Сейчас покажу вам, что там за чудо чудное. Диво дивное, чудо прописи. Мамки, папки, дедушки и бабушки, у кого дети. Все сюда налетаем. Вот такое чудо чудное. Вот такие вот китайские иероглифы. Ой, так. Сейчас посмотрим. Взяла с циферками. Чтобы циферки было удобно писать, есть еще английские буквы. Может, у кого дети занимаются английские буквы, может, тоже кому полезно будет. Значит, тут считать. Сейчас покажу. Дело в том, что вот эти вот циферки, они углубленные такие, понимаете, вот. Они, короче, берешь вот так, вставляешь. Оп, 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 оп. Вот. А потом все исчезает, вот эта ручка, все исчезает, и потом 5 можно рисовать. О, в общем, они такие, уж не знаю, как вам показать-то. В общем, такие, втесненные, видишь? Да. Прогрубленные такие. Ага. Так. Так, а где 1, 2? А, 0. Палочки, 2. Так, покажу всю, что есть. Потому что стоит она 200 рублев с чем-то. Ну, уж больно-то не пусенька. Угу. Так. Так, 6, 7, 8, 9. Дальше должны быть примеры. Вот тут есть еще можно считать помидоры, винограды, груши. В общем, хорошая такая, я считаю. Так, дальше вот тут какие-то тоже китайские иероглифы. И вот тут дублируются, видите, вон. Какие-то палки непонятные. Ну, тоже циферки. Так, там еще с примерами было.
Так, с примерами, наверное, не для нас. Тут что такое? Вот это вот что? Что-то написать здесь надо. Непонятно. Непонятно. Опять от 0 до 9. Ну, до 10, 11, 12, вот тут видите, идет. Ага. 13, 26. Видать вам? 26. И до 100. О. До 100 и дальше все. И дальше еще как бы вам можно еще пописать уже без этих. Ну, конечно, за 200 рублев. Конечно. У тебя какая цифра самая неполучатая какая? Буква З, буква 3, цифра 3. Не знаю. Не знаю? Давай-ка, вон, шестерки, порисуй-ка. На-ка, порисуй-ка шестерки, ну-ка. Что там? Дай-ка я пока вот эту посылку распакую. Ну, хоть парочку циферок попакуй. Ну, как? Удобно. Удобно? Хорошечно, дай посмотрим, что ты там нарисовала. А то удобно. Ну, он начерикала. Будет тренироваться так, хорошечно. Ладно, в хозяйстве-то сгодится. Так, тут-то что у нас что-то? Черный ящик на поле чудес. О! Ой. Так, ем-то у нас. Тряпочка. Пошуршакаю вам. Тряпочка. Так, ем-то у нас. Это. Короче, шапку, шарфик. Ой, она сразу с этой финтифлюшкой. Это удобно. Короче, из флиса. Такой шарфик. Оно же шапочка. Вон, хотите, он сразу. Оп, вот так. Эй, веревку затянули. Вот. Упс. И у вас уже шапочка. Вот такая. Хотите шарфик? Так, Марья Ивановна себе брала, сейчас пощупаю. Ну вот пошито вот так вот. Ну 100 рублев стоит. 100 рублев стоит. Теплынько, так, сейчас посмотрим. Так, как на голове? Так, вот так вот шов. На голове просторно. Слушай, да, хвост-то сюда можно засунуть. Нормально? Да. Видишь? Я такую же хочу. Такую же хочешь? Да. Там другой цвет можно выбрать. А черный там есть? Черный есть и синий есть. Слушай, и на шею? А я тут-то купила целый свитер, чтобы шею-то закрывать. Вот он, мне даже на шею, на мою толстую-то. Жирную шею, и то налезло. Ну, нормально? Да. А я тут в Валберисе всякие заказывала себе. И то не так, и то не эдак. У нас 100 рублев. Все удовольствие. Зачет. Ну, пошито, конечно. Чисто. Гарантия китайского качества. Вот гарантия прям. 100% гарантия, видите? Вот, без обмана. Качество китайское 100%. Тут уж деваться некуда. Вот этого качества не уйдешь. Но 100 рублев. И по размеру подошло. Ну что, откроем последнюю посылку на сегодня? Такое оно пухленькое. А что это там? Какие-то штуки-дрюки. Что это такое? О, ух ты ж, это ж гирлянды. Ответь, продавец-то молодец. Слушай, а куда заказывали-то? А ну-ка, отойди, дай-ка посмотрю. Сейчас, момент, посмотрю, когда заказывали. Ой, ты, господи, так эти бутылки мне уже застали под ногами. Ай. Так, ну-ка. Да, Маруська тут храпака дает. А когда гирлянды-то эти заказывали? На 11-й что ли? Ну-ка, да, интернет какой-то тормознутый. Ну, давай, покажи, когда ты нам чудо. 19 ноября заказали. Нынче-то у нас что, 29 декабря. Ну, за месяц-то дошло. Прямо к Новому году. Сейчас мы ее попроверим. Ой, ну ладно, один свет выключил, ничего страшного. Сейчас другой выключим. Так, ну-ка. Ем-то вот так. Вот. Вот. Так. Должна быть вон голубая блю. 120 рублев она стоила. 5 метров. То мы до этого все 10 метров брали. Теперь еще он 5. Взяла за 20-то 120 рублев. Че бы не взять-то? Блю. Вот интересно, она шибко сильно блю. Или чуть-чуть блю. Сейчас посмотрим. Так. Ну-ка. Ну-ка, дети. Ну-ка. Раз, два, три. Елочка, гори. Ну-ка. Идь. Ну, давай. Раз, два, три, елочка, гори. Раз, два, три, елочка, гори. Ух ты. Елочка горит. Так, загорелась. Так. Синий. Обычный, стандартный синий. Так, переключалки. О, работают. Красиво. Красиво к Новому году-то. Так. И так. И вот так. Просто горит.
И вот так. Сколько режимов-то? А, вот мерцание. Угу. Чё ты, зависла что ли? А, она вот так вот потухает. Вот, вот такой режим. На ночь такой хорошо ставить. Чтоб в глазах не рябило. Ну вот я тут мне больше всего нравится. Ой, красотища. Ой, красота. А, еще вот такой есть. Так. Этот должен просто гореть. Не тухнуть. О, супер. Пупер. Так, уключаем. Обратно все свечи наши. Все наши. Оп. Тык. Фонарики, фонарики. Вот эти-то белые, это белые, куда ты? Да это-то не надо мне включать. Это... Ай. Вон тот-то, вон тот-то. Вот. О. Ну чё? Чё было, чё не было, всё показали, всё рассказали вам. А не смотрите, вон, видите, вон, такие, вот такие вот. Не полностью, тут беленькие такие, ну, 120 рублёв. Вообще. И вот в сети работать. Люблю-ка, чтобы от сети работало, они вот батареи. Вон, ребёнок показывает, видите, он писюкали-писюкали, видите, как исчезает-то всё. Вон, быстренько. Вот они, чернила чудесные, расчудесные. Они, циферки 6-то, вон, видали, вон тоже, вон, все уже почти исчезли. Вот они. Чудо, чернилы-то вот эти вот, исчезающие. Пока видео вам снимали, 15 минут прошло, уже вон, все, и нету ничего почти. Ну, вот тут чуть-чуть осталось. Собственно, а на этом распаковочке конец. Кто смотрел, тот молодец. А сегодня Марусечки не будет. Целую Марусечку, целое отдельное видео сняли с сосиской. Смотрите, хоть засмотритесь. Всем желаем мира и добра. Ссылки есть все в описании под видео в инфобоксе. Заходите в нашу группу новую, там где Wildberries скидки, кто покупает на Wildberries. И помните, что у кого много яду в комментариях, ждет вас не... Проклятие вас ждет. Я слово забыла. Неминуемое, вот оно, слово-то волшебное. Неминуемое проклятие вас ждет, вечное забвение. Бесконечное безмолвие. Во как! Вот такие вот чудеса под Новый год. Только ядом брызните, все. Сразу. И бесконечное безмолвие вас окутает навечно холодом. Холодом заморозит навсегда. Все, на этом все. Всем пока-пока.